Сегодня я хочу показать, как я буду делать, как используя малярную ленту и вот такой вот гвоздик на пробочке. Окей, можно рисовать круги. Вот, и измерять, и замерять круги. Например, значит, возьмем кусочек вот такой вот ленты. Вот. Сложим ее пополам. Липкой стороной внутрь. Окей. Вот это у нас циркуль. Уже циркуль. А теперь я покажу, как им пользоваться. Например, мне нужно, ну вот, допустим, я взял листок бумаги, допустим, это фанерный лист, и в этом фанерном листе мне нужно сделать отверстие, в которое могу вставить вот эту сольницу. Причем отверстие должно быть идеально ровным. Значит, у этой сольницы очень такая форма непонятная. Где измерять? Нет у меня штанги циркуля, допустим. Вот. Как, чем это все замерять? Линейкой будете мерить, будет не точно. А мне нужна точность. Значит, что мы будем делать для этого? Значит, возьмем карандаш. Какую-нибудь дощечку может понадобиться. Вот, значит, и вот это вот наш циркуль. Давайте уберем наш лист пока в сторону, чтобы было видно хорошо. Значит, я вот положил, значит, выровнял, и я, значит, отмечаю здесь с этой стороны и с этой стороны. Все, у меня получилось два замера, да? Окей. Это у нас диаметр. А нам нужно сложить ее пополам, чтобы получить радиус. Вот. Получили радиус. Здесь. Теперь у нас здесь радиус, а это диаметр. Мы получили две точки. Мы ничего не мерили, ни сантиметры, ни инчи, ничего. У нас есть карандаш, был лист бумаги, гвоздик, какая-то дощечка. Вот. А теперь мы, значит, берем наш лист бумаги. Вот. Берем наш гвоздик. В этом циркуле мы делаем два отверстия. Значит, одно по центру, там, где у нас гвоздик, и одно на окружности. Окей, все, сделали два отверстия. Теперь мне, значит, нужно сделать, допустим, несколько таких, несколько, не одно. Вот. У меня уже готовый циркуль, да? Вот для удобства мы его обрежем, потому что он мне нужен такой длинный. Вот. И, значит, тут у нас получилась вот такая вот штука, да? Сейчас гвоздик вставляем. Вставляем в середину. В эту дырочку вставляем карандаш. И рисуем. Получилось отверстие под сольницу. Окей? А если нам нужно несколько таких отверстий, можем сделать несколько. Они все будут одинакового
размера. Вот. Все будут одинакового размера. Если у вас циркуль сбился, например, то надо снова, значит, его настраивать. Здесь ничего сбиться не может, потому что пока вы будете пользоваться этой намеченной бумажкой, все будет хорошо. И таких отверстий вы можете наделать сколько угодно. Вот здесь у нас немножко кривая поверхность. Вот. Все, наделали таких отверстий. Вот у нас получилась олимпиада. И можете вставлять везде. Значит, потом можно вырезать. Можно угол. Например, вот вы вставили, значит, здесь, да, вставили здесь, вот, заметили еще раз. Вот этот центр этого закругления, например, да? И мы, значит, можем то же самое сделать здесь, значит, свести все. Но хорошо, что этой бумаги малярной, она немножко прозрачная, поэтому можно довольно точно выставить ее. Выставили и, значит, делаем такое закругление. Это можно отпиливать. Все, значит, циркуль, вот такой вот циркуль из бумажки малярной, карандаш, гвоздик. Все, всем спасибо.